Это, пожалуй, одна из немногих площадок в университете, где посетители сами создают экспонаты – музей чужих мыслей. Каждый желающий может оставить здесь изречение – свое или заимствованное. Музей пользуется огромной популярностью. Через пару часов работы на стене практически не осталось свободного места. Но посетителей это не останавливает. Сейчас действует достаточно много площадок непосредственно, да, то есть около 12 музеев и научных лабораторий, которые ведет университет различные разработки, ну и плюс разные интерактивные площадки пользуются популярностью. Также мы организовали в этом году бесплатную книжную ярмарку Fresh Market. Еще одна новая площадка – музей ненужных вещей. Все экспонаты оказались очень нужными и закончились буквально через час после открытия, а потому новые ненужные вещи решили создавать прямо здесь. Здесь у нас представлена выставка бесплатного искусства «Бездомный арт». Вы можете взять все, что вам захочется. Здесь представлены книги по искусству, фотографии, работы разных художников, пермских и не только. Также были стихи, но их уже разобрали. А вот кладезь коллективного студенческого опыта – музей шпаргалок. Некоторые экспонаты заставят удивиться даже самого изобретательного студента. В этом плане женщины более изобретательны, то есть они шпаргалки в различные места себе придумывают. А мужчины в этом плане более консервативны, то есть у них, как правило, это в карманах брюк. Но самая кропотливая работа, вот это сережки и украшения. Также на экзамены многие берут с собой напитки, так как долго сидеть. И, например, можно вот так вот взять и потом открыть и найти то, что тебе нужно. И если более лояльный преподаватель, либо какая-то большая аудитория, то шпаргалки более крупного формата. Вероятно, совсем скоро этот музей пополнится новыми экспонатами. Не за горами сессия, и студенты уже готовят очередную порцию шпаргалок.